ребята! Добрый вечер всем, кто нас смотрит! Это Comedy Club из Москвы на весь мир! Здрасте! Добрый вечер! У нас представители TikTok дома, The Splash, TikTok House, Арина Данилова, Юлия Сурикова. Вот они, можно им похлопать. Вот они сидят, ребята молодые. Иван Минаев и Лена Завидова. Значит, ребята, открыли платформу на YouTube для тиктокеров. Любой желающий может прийти с идеей, ему помогут ее развить и разместят на этом канале. К платформе уже подключаются известные артисты, самый яркий Андрей Гайдулян и Мигель недавно зарегистрировался. Ролики набирают по 1 миллиону просмотров. Хозяин дома, в котором живут ребята, лично подписан на каждого участника. Если в каком-то ролике видит, что портится мебель, бежит их наказывать. Что вы, кто вы? Что это такое? Мы мультиплатформа. Вот вы конкретно с розовыми волосами мультиплатформа, да? Так, давайте, подождите. Ты кто? Тебя зовут как? Меня зовут Юля. Юля, конечно. Сурикова, да? Да. Юля Сурикова, пожалуйста. Юля Сурикова. Спасибо. Так. Вот, я кулинарный блогер. И вообще я пришла к вам с подарочком. Давай. Это, собственно, подарочек. Это огромный хот-дог, и в основном, конечно, Гарик, для тебя. Потому что я подумала, что большому человеку нужен большой подарок, а это большой хот-дог. Последний раз вот с таким Тарзан приходил. То есть вы хотите, чтобы я забрал это? Да, конечно. Слушайте, я старалась. А мне что, не принесли гамбургер с пуговичку? Гарику сосиску, а тебе тесто. Да. Ну, поделите как-нибудь, там разберетесь. Спасибо за тесто. Тебе сосиску. Гарику сосиску звучит как-то отвратительно. Я понимаю, конечно, я развелся, но не до сосиски же. Так, хорошо. Представь остальных девочек, которые с тобой за столом. Так, это Арина. Арина Данилова. Да. Привет, Арина. Это Лена. И вот что за девчонка в пиджаке еще? Это Ваня. Ваня, привет. Ванечка, привет, Ванюш. Арина Данилова на своем YouTube-канале делает шоу, похожее по формату на «Давай поженимся», только сводит тиктокеров. Это правда? Ну, да. То есть ты Гузеева для маленьких? Я Сваха. Розы, Розы. Привет. Привет. А у вас там есть такое, но для детей же должно быть там «Дурачок, дурачок, сена». Ну, типа, это какой-то старый прикол? Типа, ну как у взрослых же. Ой, старый, только родился прикол. Человек старый, а прикол-то новый. Ну, только вылез изо рта. Ну да, получается, я... Свежий дошел. Да, получается, я сваха. Сваха YouTube. Я говорю вместе с тобой. Хорошо. Самый прикол смотри. Приходи. Кого ты сводишь? Я свожу... Что там происходит на канале? Давай. Тиктокеров и собак. Что? В общем, ко мне приходит главный гость, так. Блогер, артист, тиктокер, неважно. Так. Мы ему закрываем глаза, приводим трех людей, и он по своим внутренним ощущениям выбирает человека, который подходит ему больше всего. То есть он их трогает хотя бы или что там? Трогает, разговаривает. А ты говорил, так нельзя. Так он кого-то выбрал и? И после этого мы узнаем, совпала пара или нет. То есть по внешности и по внутренним качествам. А при чем тут собаки? Так это я просто для вас сказала. Я думала, сработает, вы придете после этого ко мне на шоу. То есть вы мне... Подождите, что вы ржете? Это какой-то старый прикол? Вы мне принесли какую-то длинную штуку. Теплую. Пытаются заманить тебя собаками. Собаками. У нас там собаки. Я побежал. Кто из вас Юля Сурикова? Я. Вы ведете на YouTube кулинарное шоу, вы уже сказали. Приезжаете в гости к известным людям, готовите еду с продуктов, которые есть в холодильнике. Да. И мы снимаем YouTube-шоу, где я как раз-таки, как вы и сказали, прихожу к всяким известным людям в квартиру и говорю, ну что, пошли готовить. Извините, пожалуйста, я вас прерву. Оператор, можешь вот так вот, немножко вот так вот взять капельку вот так вот? Ты в зеленом можешь чуть-чуть отодвинуться в сторону? Все, вот так вот, разговариваем, давай, вот так. Ты просто не представляешь, с каким лицом за тобой сидит девочка в белом. Все это время такая. Капец, это что? Это молодежь моя хорошая. Они вот такие. Смотри, она аккуратно, потом лечиться будешь. Так, все, теперь продолжай. Так вот, мы приходим ко всяким известным людям так. И готовим еду из того, что есть у них в холодильнике, соответственно.
Вот. Ты понимаешь, что уже никто не смотрит на тебя? Да. Давайте замкнем девочку. Сзади главная звезда. Так, ладно. Давайте вернемся. Кто ты? Что ты делаешь? А? Готовишь? Я кулинарный блогер, да, я готовлю. Подожди, то есть ты приходишь к звездам, да. Готовишь жратву из их продуктов. И ухожу. И потом в конце они тебе еще дают деньги за это? Да. На самом деле очень многие дома не готовили. Нет, подожди, это плохой путь, я тебе скажу. Просто у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это. Сука! Просто уколы, что это такое? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это мне стыдно. Павел. Кристинка, привет тебе. Так, Ваня Минаев. Ваня Минаев. Вань, привет, эти аплодисменты тебе. Да. Йоу. Блогер, парень, который красится, написано. Строит музыкальную карьеру, пишет трек. Да послушай, кто... но у нас тут какая-то пометка написана. Не гей. Не гей, нет. На самом деле у меня... Подожди. Как мы можем проверить эту пометку? Она же важная. На слово, парни, я... Ты мне доверяешь? Чтобы мы верили педикам на слово, да никогда. Спасибо, Павел. Это шутки. Юмореска. Ты слышал, как он сказал тебе это? Ты мне доверяешь? Да. Сейчас в подворотне где-нибудь ночью. Не доверяешь? Привет. Если доверяешь, да я тебе скажу на ухо. Отлично. Просто доверься. Просто доверься. Доверься. Оп. Я знаю, в Москву. На чистом доверии, смотри. Опа. Мы с тобой друзья. Чистое доверие. Доверяйся мне. Все, окей. Ребята, образец, мужик, натурал. Абсолютно. Мощь. Всем стремиться к этому. Давай прочитаем, что ты весил 100... Стой, подожди. Ну, раз уж зацепились за эту тему, а то сейчас смотрят родители, не дай бог. Девушка, есть у тебя? Это макияж любимой моей мамы. Какой офигенный. То есть, сейчас мать ходит по дому. Вот, твою мать, опять, блин, все забрал. Нет, парни, на самом деле я действительно не являюсь гомосексуалистом. У меня просто сегодня настроение посверкать немного, да и все. Перед тем, как начнешь сверкать, неплохо. Расскажем, кто ты. Давай, и на самом деле подавляющее большинство контента на моем канале в ТикТоке — это юмористический контент. Я делаю то же самое, что и вы, по факту, просто немного посвежее, пободрее и так далее. И потом он говорит, что он не гей. Я шучу довольно на провокационные темы на своем канале. Серьезно? Да? Да. На какие? Ну давай что-нибудь посвежее, пошути. Просто очень хочется свежего юмора. Не, на самом деле скетчевая история. Я не являюсь импровизатором по большей части. Да, ну понятно. Да. Ты в курсе, что ты сейчас оторвешь ухо? Да. А вы наблюдательный молодой просто человек. Просто на всякий случай. Я молодой человек. Да. Будет он еще рассказывать нам. Не, мне очень нравилось, как он съехал с ответа. Ты говоришь, девушка есть у тебя? Он говорит, макияж у меня замечательный, маме нравится. А дальше говорит, тебе мужские жопы нравятся? Полнолуние сегодня. Я на самом деле большой поклонник вашего творчества, второй молодой. Опа! Вам повезло, пузырек. Спасибо. Заходите в мой дом. Мои двери открыты. Слушай, ты какой-то прикольный чувак. Аплодисменты вообще. Браво. Не колется, не сыпется. Давай дальше. Кто еще? Все, про тебя поняли. Молодец. Рядом. Лена Завидова, косплейщица. На съемку пришла в костюме. Что ты за костюм принесла с собой на себе? Сегодня я в образе Хюррем Султан. Это который, этот, как его сериал? Великолепный век. Очень популярный турецкий сериал. Ты молодая девочка, его бабки одни смотрят этот сериал. Неправда. Вы просто не сидели на карантине. Все. А это нормальный сериал, хороший сериал. Кстати, на карантине этот сериал и бомбанул. Большинство подписчиков моих пишут мне в комментариях, что именно я их подсадила на этот сериальчик. Так у тебя очень достоверный костюм 16 века. Ты мылась? Послушайте, можно мне вот этот вот звук вырезать отдельно? Я на будильник себе поставлю. Да. Пользуйтесь. Чтобы просто с инфарктом просыпаться. Такое ощущение, что кукушка вылетела. Улетела просто.
в чем смысл жизни косплейщицы? То есть ты переодеваешься в персонажей? Переодеваюсь в других персонажей, фильмов, сериалов. Зачем? Хочу что-то донести до зрителя. Может быть, какой-то социальный подтекст. А нафига одеваться тогда в это? Ты же можешь так это сказать просто. Спасибо большое. Ну правда же? Вы задали мой вопрос, коллега. Ты же могла одеться просто в майку. Ну так эффектней. Мы вам аплодируем, ребята. Браво. Вы что-то новое. Мы вам желаем самого главного. Устройтесь на работу. Молодцы. Эти аплодисменты вам. Гарри Харламов! За свободу! Фефелов, тебе чего? А! Поздравьте меня, я официально развелась. Это что такое? Тюнинг. Я чуть мужа не грохнула. Начал руки распускать. Я взяла его и огрела сковородкой. Жертва домашнего насилия. Можем пока пожить у меня. Здрасте. Мама всегда рада гостям. Ты говоришь, у меня домашний террор? А у тебя вообще-то просто... Мне твои подачки вот эти вообще не нужны. Ты вообще понял, что я к тебе ушла? Понял, понял. Что не понять-то? Ты ушла, тебя нет. Пару дней перебесишься и вернешься. Прекратите мне присылать ваши части тела. Заводит, понимаю. Так потихоньку пазл соберешь. Ты опять связалась с этим абьюзером? Ну вам что важнее, быть правыми или счастливыми? Иванько. С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.